Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Некоторые российские дилеры привезли по альтернативным каналам Volvo XC90 без пробега. Это обновленная версия второго поколения кроссовера. За автомобили с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 лошадей просят минимум 10 миллионов рублей. До ухода в 2022 году шведской компании из России ценник был в два раза ниже. XC90 для многих до сих пор является эталоном безопасности. Кроссовер умеет сам останавливаться перед пешеходами, велосипедистами и другими машинами, которые двигаются сбоку или навстречу. Трасса 101. Компания «Авито» составила список подержанных легковых автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, которые пользуются сейчас наибольшим спросом. Безоговорочным лидером перечня стал «Део Матис», на который приходится почти 60% продаж. Средний ценник модели – 220 тысяч рублей. На втором месте оказалась отечественная «АКА», за которую просят в среднем сотню тысяч. Замкнул тройку лидеров «Chevrolet Spark». Чтобы приобрести эту малолитражку, нужно плюс-минус 350 тысяч рублей. Трасса 101. Стартовали официальные продажи кроссовера Honchi HS3. Начальный ценник авто – 4 миллиона рублей. Предлагается он в двух комплектациях. В младшей присутствует 156-сильный бензиновый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. В старшей – 245-сильный бензиновый двигатель и 8-ступенчатый автомат. Привод в первом случае передний, во втором – полный. Автомобили богато оснащены. Есть многочисленные системы безопасности, панорамная крыша, спортивные сиденья, камеры кругового обзора и так далее. Трасса 101. Многие автомобильные компании сейчас работают над максимально возможным удешевлением электромобилей. Логика проста. Если цена ниже, то покупать будут больше. О своих претензиях на лидерство в этом процессе заявила компания Hyundai, представившая компактный электрокар Inster. Как ожидается, стоить он будет, если переводить на рубли, не более 2 миллионов. В базовой комплектации модель оснащена 97-сильным мотором. Запас хода немного превышает 300 километров. Есть круиз-контроль, камеры 360 градусов, подогрев кресел и руля, люк и многие другие опции. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».